в одном из совхозов под Казанью заканчивается сооружение еще одной животноводческой фермы. Прекрасное помещение получит скот, поэтому и молока прибавится, и мяса станет больше. Но на строительство на этот раз пошло то, что на сельское хозяйство не планировалось. Все элементы из нестандартных, некондиционных, считай, бракованных материалов, из отходов оборудования нефтяной и газовой индустрии, очень развитой в республике на Волге. Конечно, отправлять все это на переплавку неразумно, решили ученые Казани. Ведь железная труба может превратиться в трубу из золота. Но и ржаветь все это не должно. Хорошие хозяева работают в госкомсельхозтехнике Татарии. Они нашли применение пропадавшему добру. Завод построили для выпуска металлических конструкций будущих зернохранилищ и гаражей, кормоцехов и станций техобслуживания. Технологию назвали «Модуль Татария». Хорошие фермы? Да. И добро не пропало. Но это индустриальная самодеятельность. И совершенно же не значит, что кто-то постоянно должен исправлять чьи-то промахи и ошибки.